Давайте-ка мы с вами вернемся в лето. Всем привет! Это Наталья. Прогуляемся? Этот парк находится в совхозе имени Ленина. Московская область. Три ухоженных пруда. Дорожки, скамеечки, беседки, мангалы. Каждый вечер, а особенно в выходные, здесь появляется дымка с прекрасным запахом шашлыка. Это местные жители отдыхают, потому что вход в этот парк только для местных. Есть спортивно-развлекательный городок для детей, а также есть где перекусить – семейный ресторан «Садко». Кстати, в следующие выходные мы именно «Садко» и посетим, так что не пропустите. А что мне еще понравилось – это то, что по газонам бегать можно, и даже нужно на них сидеть и отдыхать. С собачками здесь не гуляют. А транспорт, детский транспорт, самокаты, велосипеды оставляют при входе в парк. А вообще я вам предлагаю просто посмотреть и послушать музыку и ответить на два вопроса. Где на Руси жить хорошо, а второй простой – почему?